Всем привет! Сегодня мы рассмотрим 7-й альбом известных австрийских толкинистов. Проект под названием Самоним. Команда работает в направлении атмосферик black metal. Альбом был выпущен в 2013 году на Napalm Records. У меня в руках дигибук издательства Mazar. Смотрим. Чем дигибук отличается от дигипака? Просто здесь более твердая обложка. Буклет в данном случае является вклеенным. И мы видим оформление, как у обычной традиционной книги. Тексты песен отсутствуют, что для команды вполне привычно. Зато мы видим разные виды природы. Альбом в данном случае не является концептуальным, но он посвящен частично одному из древних Эрендилу. Получеловек, полубог, прародитель, предок всех королей Нуменора. Читаем Сильмариллион, вдохновляемся, сравниваем. Издание классное, альбом выпущен в духе команды и является весьма неплохим. На этом рассмотрение крупным планом завершено. С вами был Галиуллин Александр. Слушайте музыку на качественных носителях. Всем пока!